Уважаемые жители города Верхнеуральска и Верхнеуральского района, отдел МВД России по Верхнеуральскому району проводит работу по комплектованию учебных заведений системы МВД России. Предлагаем гражданам от 17 до 25 лет, имеющим полное общее среднее образование, предоставить документы для поступления в Уфимский юридический институт МВД России, Уральский юридический институт МВД России и в Омскую академию МВД России. Во время обучения курсантам предоставляется общежитие, форменное обмундирование, денежное содержание 15 тысяч рублей в месяц. Юноши на период обучения и после его успешного завершения при условии дальнейшего прохождения службы в органах внутренних дел на срочную службу в ряды вооруженных сил России не призываются. По окончании учебного заведения выпускники получают диплом о высшем юридическом образовании, им присваивается звание лейтенант полиции, и они откомандировываются для дальнейшего прохождения службы в отдел полиции города Верхнеуральска. За более подробной информацией вы можете обратиться по адресу: город Верхнеуральск, улица Энгельса, дом 1А, кабинет 313, либо по телефону 225-65.